Всем привет, с вами я, Ася, и сегодня на моем канале будет то, чего еще никогда не было. Это новая коллекция Kinder Surprise Kung Fu Panda. Мультик еще не вышел, но Kinder опередил выпуск мультика и выпустил киндеры, посвященные этому мультику. Как я понимаю, киндеры лицензионные, то есть там могут попадаться только игрушки Kung Fu Panda. Но я могу ошибаться. Сегодня у нас 3 киндера. Ну, короче, на всех написано ПР, А1, ПР-А3 и ПР-А5. Заодно проверим, вот это А5, А3, А1 что-нибудь дает или нет. Потому что мне самой интересно, как бы, может, это различие фигурок, как-то, не знаю. Скорее всего, это киндеры лицензионные, но, возможно, это А1, А5 что-нибудь дает. Итак, давайте начнем. Первое, это Кунг-фу Панда 3. Вот тут нарисованы панды. Яйца разные. Да, вот у меня 2 вида представлено. Не знаю, сколько всего видов. Kinder Surprise. Давайте начнем. Тут у нас оранжевая капсула. Следовательно, фигурка лицензионная. Ну, коллекционная. Открываем. Так. Ну, то есть вкладыш нам не нужен. Так. Тут какое-то непонятное создание, которое надо собрать. В коллекции 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 игрушек. Вот, собственно, вкладыш. И вот то, что нам попалось, и то, что надо собрать. То чувство, когда маленький ребенок может собрать игрушку, которая сделана для него, а ты не можешь. Идеально, просто вообще. Короче, вот она на вкладыше. Собрать я ее, скорее всего, пока не смогу. Только после видео. Давайте продолжим. Это было у нас яйцо А5. Яйцо А1. Так. Киндеры лицензионные, как я уже поняла. И тут у нас новая фигурка. Так. Вот такой сам Кунг-фу Панда. И его тоже надо собрать. Блин, да что же так такое? У них... Теперь что, все игрушки надо собирать, что ли? Ой. А ведь что, попробуй собери. У них это все так тяжело сделано. Как маленький ребенок может это собрать? Я не понимаю. Возможно, я туповата для этого, конечно. Но я не понимаю, как маленький ребенок это может собрать, а я не могу. Так. Собираем. 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 Собрали. Вот такой вот Кунг-фу Панда у нас получился. Кстати, игрушка выполнена очень качественно, хорошая прокраска деталей, и сама фигурка достаточно тяжелая. То есть по сравнению с миньонами она выполнена еще лучше. Давайте попробуем все-таки собрать вот это. По-моему, попытки наши не увенчаются успехом, но попытка не пытка все же. Поэтому давайте посмотрим. Так. Я должна сделать что-то такое, наверное, да? А, нет, вот такое. Вот, типа, все, я умная. В любой непонятной ситуации говоришь, что ты умная. Так. Так, не фартануло. Пробуем так, тоже не фартануло. Короче, не судьба. Придется делать мне это после видео. Мне хотя бы все детали положили. Короче, единственное, что я могу, по-моему, сделать... где глава? Как это собирать? Это что? Это как должно быть? А это низ? Мне голову не положили. Чё? Мне голову, что ли, рили не положили? А нет, вот голова. Это типа... Она есть? У него такая стрёмная голова. Ха. Ладно. Так. Просто гладиатор вообще Рима. Так. Как это сделать-то?
А мне, кстати, Рилли, по-моему, не все детали положили, или все. Так, короче, это должно быть вот так. Вот до этого я должна сделать вот так. Мама, роди меня обратно, я, по-моему, туповато. Вам тоже так кажется? Ну ладно. Нет, я, короче, это собрать не могу, давайте дальше. Так, вот такой киндер-сюрприз. Третий. И тра-да-да-дам. Так, он уже подтаял. И тут у нас... Та-дам! Чё, повтор, что ли? Повтор. Короче, не работают эти коды. Повторная фигурка. Собственно, вот что должно получиться. Детали у моего, оказывается, все. Давайте всё-таки попробуем его собрать. Так. Взять какую-то непонятную хрень. Ой, господи, какая от кого? Мама, что делать? Роди меня обратно. Так. Окей, туда. Это как? Как жить-то? Как так жить? Так, окей, мама. Мама. Ой, я умная, все. Я не даун. Короче. Все, ребят. Все. Смотрите, смотрите. Ой, извиняюсь. Готов. Просто вообще космос. Ну, короче, все. Я его собрала. Всем пока, с вами была Ася. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте пальчики вверх, пишите положительные комментарии внизу, оставляйте свои видео, ответы под видео. Всем пока, с вами была Ася. Пока!